Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. И сегодня я продолжаю играть в Stormworks. Ребята, сори, что в последнее время достаточно редко выходят видосы, да? То есть, если пару недель назад видосики выходили там по два в день, иногда по три, то сейчас, блин, один видос в день, если выходит, это уже счастье, да? Потому что, вот, допустим, вчера не было видоса, там пару дней назад тоже не было видоса. Ну, просто, ребят, есть кое-какие проблемы, кое-какие дела, которые надо как бы решать. К сожалению, приходится жертвовать временем, приходится жертвовать YouTube, и мне это не очень нравится. Но я в любом случае надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, комментарии, все такое. Надеюсь, что вы меня ждете, ребята. Мы, давайте прям, нужно хайпить, мы на фоне Чернобыля, так сказать, стоим. В общем, что я сегодня хотел сделать? Вы меня давно просили, Турбо, есть Мегалодон. Есть, как это называется, подводная лодка. Поэтому как бы Турбо, как бы ты понимаешь, Турбо, возьми подводную лодочку, поплыви на ней и вызови Мегалодон. Это должно получиться интересно. Давайте попробуем. Я нашел какую-то новую подлодочку. Новую какую-то прикольную вроде как подлодочку. Сейчас мы на нее посмотрим. Ага, вот он. Тетрасап, не знаю, она достаточно маленькая. Ой, блин, не то нажал. Она достаточно маленькая, я бы сказал, что она очень маленькая. Поэтому, ну, попробуем на ней. Потом, я думаю, что можно будет взять сагу. В общем, давайте сейчас посмотрим, как вообще она работает. Я первый раз эту подлодочку вижу вместе с вами, так сказать. Так, закрываемся. Садимся. Так, как это все работает? Ого! А вот это неплохо, вы это видели? А как она работает? Да, он... А, нужен тротль. Ага, и все. А, ну смотрите, можно управлять прям вот этими кнопочками. То есть можно, оп, наполнять балласт. Плюс-минус, это что такое? Не знаю, что такое плюс-минус. Блин, ребята, круто. О, типа есть, это как сенсорный телефон, только это сенсорный, блин, как его называется? Сенсорная подлодка. Так, давайте идем под воду. Ни хрена не видно. Ничего страшного, ничего страшного, ребят. Блин, я просто... Она сложная. Ей сложно управлять. Так, надо тротля поменьше сделать просто. Ребят, еще сори за мой голосок, потому что, ну... только недавно проснулся, а видосики надо записывать, потому что, ну, если бы я их позже записывал, типа... Я мог, знаете, такой взять, проснуться попозже, да? Такой, налить себе чайку, сделать бутербродики в посеять, то есть... Но нет, у меня сегодня в планах записать несколько видосов, поэтому... Поэтому как-то так. Так, хорошо, Мегалодон. Если он не придет, я на него обижусь. Так, давайте, кстати... Свет тут. Вау. Так, если так. Навигационное огни тоже можно включить. Мы плывем. Мы плывем. Так. Вот этот свет, который снизу. Пусть будет, ладно, правда, особо с ним ничего не видно. Так. А что вот эти за кнопки? Тут какие-то кнопки есть. Там вроде бы было написано, что они делают. Ну, именно. В самой этой картинке в воркшопе. Но, блин, мне просто на самом деле. Я забыл, короче. Я помню, что вот эта скорость, вроде бы, какие-то цифры есть, плюс-минус. Ну ладно, мы плывем, в принципе, плывем более-менее правильно, то есть прямо. А где Мегалодон, я не знаю. Давайте попробуем повыше сначала. Давайте сначала мы сверху его найдем, потом уже попробуем подплыть, так сказать бы. Абдан, тротли надо, ну ладно, сейчас мы. Сейчас мы. Так. Выплывем. Мегалодончик. Я его, кстати, я его не вижу. Не люблю вот, когда вот его нет. Давайте, в общем, как я его найду, я тогда, типа, сразу к вам и вернусь. Ой, блин, ребята! Ой-ой-ой! Я его, типа, такой искал, искал спереди, он оказался сзади. Хорошо, я понял. Он нас нормально так долбанул. Не знаю, видели вы это или нет, потому что я вообще не ожидал, что он сейчас будет. Кстати, я не могу управлять лодкой. Так, окей. Тут могу. Могу ускориться, но я не могу делать вверх-вниз, пацаны. То есть надо наоборот. Тихо. Так, ау, тихо, хорошо. Так, сзади у нас что есть? Сзади у нас есть ничего. Есть еще одна сидушка, блин, я бьюсь об какой-то невидимый. Об какие-то невидимые препятствия. Ау, вот это мне не нравится. Блин, какого хрена? Так, хорошо. Где Мегалодон-то? Пусть он меня съест. Так, моя лодка не работает. Жалко, нет, блин, было бы прикольно, если бы, знаете, можно было бы какой-нибудь... допустим, ну вот, как надевать вот этот дайвинг. Здесь была бы такой же с инструментами. Ты их берешь и можешь, типа, пойти починить лодочку. Это было бы круто. Но... Кошка, что ты хочешь? Пацаны, вы бы ее видели. Ладно, сейчас, секунду, я ее выпущу. Так, ребята, Турбенти Банальный снова с вами, но... К сожалению, я не вижу Мегалодона. Давайте сейчас еще одну попыточку сделаем, потому что как-то... Ну, как-то вы понимаете, да? То есть, ну, блин,
Мы потонули, а мы не должны были этого делать. Так, все, ребят, я, так сказать, отплыл. Мы, так сказать, идем. Теперь вызываем мегалодончика нашего родного. Главное, надо будет успеть. Так, давайте мы балласт будем, так сказать, забирать. Главное будет успеть под воду уйти, если что. Так, ребят, я вижу мегалодона. Давайте попробуем плыть в ту сторону. И сейчас мы уйдем с вами под воду. Так, попробуем, по крайней мере. Надеюсь, все получится. Так, давайте от третьего лица, потому что от первого в любом случае плохо, во-первых, видно. А во-вторых, как бы... ну, мы не будем видеть, как нас будет долбить мегалодон. Вон, кстати, по-моему, справа от нас. Так, а на какую кнопку? Lights, вот. Тин-тин-тин. Включаем свет, чтобы все видеть, так сказать. Мы, кстати, не очень глубоко, если что. Мегалодон я видел куда-то... Вон, да, по-моему, да. Или это обычная акула? Нет, это вроде мегалодон. Но ему на нас пофиг. Почему ему на нас пофиг? Давайте попробуем всплыть. Блин, тупо вертикальный взлет. Да, вон он, гад. Но ему на меня все равно. Мегалодонщик, нападай. Радуной, нападай на меня. Я знаю, ты хочешь меня. Ну, в смысле, хочешь на меня напасть, естественно. Не то, что вы подумали. Господа. Так, окей, давайте всплывем. Под водой вообще ничего не... Так, вон, ну вообще вон, слева. Так, давайте ускоримся. Хорошо. Раз так не получается. О, он что, вот чего он делает? Он хочет залезть на гору? Ну что, дурак? Не, прикольная, кстати, такая подлодочка мобильная, быстрая. Удобная, так сказать. Вообще красиво, красиво. Что он делает, смотрите. Это вообще законно? Мегалодон, ты вообще нормальный пацан или такой себе? Ну, типа, дурачок. Ладно, он какой-то несговорчивый. Я пойду подальше, отплыву, там, нового найду себе. Пацаны, ко мне пришла киса, а это знак, что надо вызывать мегалодона. Так. Мегалодон, ну где же ты, мегалодон? Рыба моей мечты. Ладно, все, я не пою, ребят, сори. Я знаю, что вы не любите, когда пою, но... Тот, кто любит, когда я пою, тот красавчик. Спасибо вам. Спасибо, что верите в меня, в мои вокальные данные, в мои кальные данные, так сказать. Так, ребят, я его вижу прямо за нами. Давайте мы развернемся. По крайней мере, попробуем так немножко сбавим скорость и уйдем под воду. Сейчас посмотрим, будет ли он на нас нападать. Мы сегодня ради этого собрались, как бы, да? А не ради чего-то другого. Их там, по-моему, даже два. Тихо. Блин, на самом деле его плохо очень видно под водой. Я бы сказал, очень плохо видно. Очень плохо видно. Конечно, можем выплыть. Не знаю, даст ли нам это что-то. Но какие-то мегалодоны снова не опасны. Может, конечно, они на таким... Не, ой, блин, говорю, не опасны. А один из них меня цапнул. Это было неплохо. Это было неплохо. Но слабовато. Молодой мегалодон. Мегамолодон. Да, извините, несу чушь какую-то, блин. Самое, что интересное, почти все серии по Stormworks записываю 1 января 2032 года, понимаете? У меня каждый день Новый год, каждый день как праздник. Вон, кстати, мегалодончик. Но он на меня вроде как не хочет агриться, а может хочет. Сейчас, если он развернется и долбанет меня, это будет хорошо. Но пока что не похоже. Блин, как темно, а? Ни хрена не видно вообще под этой водой. Вот он! Блин, мы чисто пощекотали ему брюшко. Просто, знаете, взяли так эту, как его, перышко, так сик-сик-сик. И он такой, ха-ха-ха-ха-ха. Ну ладно это. Ой! Ну он опять мимо проплыл. Да что они меня не бьют-то? Блин, я тут как бы зачем пришел-то, блин, к мегалодону? Чтобы они меня били, блин, а они как-то это мимо плавают. И им на меня все равно. Киса, хватит там в пакете лазить. Извините. Киса там что-то, блин. Ну киса, ну это не твой пакет. Ой, блин. Вы, наверное, слышите, да, это пакеты? Кинул в нее какую-то бумажку, вроде отвлеклась. Так, мегалодон, ты где? Так, давайте всплывем. Ну, так-то, кстати, достаточно глубоко были уже. Мегалодон. А куда он делся? Куда подевался? Вот куда они деваются? Да. Блин, хотел нормально повыживать против мегалодона на подводке. Вы так просили, а что-то как-то не очень. Ладно, попробуем еще. Еще пару попыточек сделаем. Будем надеяться, что мегалодон
встретит нас, так сказать, с распростертыми зубьятиями. Кстати, неплохая фразочка. Распротертые зубьятия. Вон он, да? Или это не он был? Хрен ему, почему я его ловлю, а не он меня? Мегалодон, Далдон, родной. Кусай Турбенти. Опа, вот, развернулся, ну, давай. Какой же он тупой, а? О, блин, я, кстати, в него врезался. Ну, это я в него врезался, а не он в меня. Ну, он реально тупой. Нет, Турбо, это ты тупой. Ну, слушайте, а, ну, я как бы, вы как бы видите, я делаю все, что в моих силах, чтобы Мегалодон меня долбанул. Фу, блин, слова все перепутались в моей голове и в моем рту. Не, блин, ну вот это, конечно, сделано в любом случае прикольно, типа. То, что всякие кнопочки тут можно нажимать. Что-то сет какой-то. А, я могу, типа, оп, и глубину будет держать, что ли, еще? Не знаю, так, циферки еще есть, один. А, это освещение, ага. А вот это плюсики что? Какие-то плюсики еще есть, ладно, хрен с ними. Так, Мегалодон. Тра-та-ти-тан-ти-тан-та-тон. Ну, короче, я не знаю, ребята, этому Мегалодону на нас чисто по. Ой, вот он. Он опять, он косой. Ого, смотрите, флекс. Ого, мегалофлекс. Ребята, хэштег в чат мегалофлекс. Вот, идет за мной, смотрите. Наконец-то, хоть долбанул, хоть как-то. Не так, конечно, как хотелось бы. А, лодочка наша плавает вообще, да? Что за свет? Ой, блин, понял. Что за свет, что за кнопка, хотел спросить. Так, надо подрубить немножко от хротля. Потому что наша лодочка, кстати, плохо стала плыть. Она не поворачивает, если что. А, она вообще ничего не делает. Я понял. Ну, в общем, вот такое, ребята, получилось какое-то выживание, да, с подводной лодкой. Может быть, вы в комментариях напишите, что такое, что не так. Турбо, возьми другую лодку. Турбо, ты дурак. Турбо, отписка, дизлайк. Турбо, достал. Турбо, ты лох. Ну, так не надо писать. Спасибо, ребят. В общем, обязательно подписывайтесь на канал. Мы, кстати, всплыли на канал, если вы еще не подписаны. Да, как бы ставьте. Ставки, нет, большие пальцы вверх. Пишите комментарии. И тогда новая серия по Stormworks. Забыл, да, название, дурачок. По Stormworks не заставит себя долго ждать. Ой, блин! Ты что делаешь-то, падла?